Ну, я его уже сегодня слил. Жалобу выслали. Ну чё, блять, ПДшник? Мало того, что в тебя спики въёбываются, так еще в игре, блядь, во время РП процесса какого-то подходит к моей машине, пока я сижу внутри, начинает просто кулаками ебать. Генри, не стреляй. Я ему дал 3000. Подрубаем, обычно. Мог зафрапсить нахуй, еще ЖБ кинуть, его привнули в нарушение УК. Чё Милка? А чё Милка? А чё про меня говорит? Не про него говорю. Я про Калантаса говорю. Какой-то дебил на самом деле. Нихуя выебывается, блядь, слишком. Да вы что ли? А это Элиан Гарсия. А чё там по обыску? Слышь, ми провёл или чё? Слышь, ми обыскал, потом фейс. А, в натуре, да. Сейчас так и сделаю. Нет. Бля, броники кончаются, я ебал. О, ты не знаешь, это катаны в Якудзе с какого ранга доступны? Да хоть с первого, по-моему. Они разве сами их делать не могут? А они что, их типа делают? По крайней мере, в миксе за 100 единиц оружия можно было биту делать. Думаю, в яках катана все-таки. Я хочу катана себе купить. С катаной бегать. Если у них на двери все открыты на распашку, посмотрю, если у них на складу есть типа пункт катана, то они могут ее делать. Опа, 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 это его друг. Это его друг. Кого задеймить, я дигл зал. Генри Постмана. А, сейчас я с вами сижу, дадите. И чё? Ну, мне МК нет, чтоб тачку заорабить. Я вон для дигл катаюсь, мне норм. Не, в общем, я ему кидаю звезды. Вы по ЛВ катаетесь или где, блин? Да. А сейчас... где тут? С участия. Ты фрапсил? Отлично. Бля, камхан там не видно, эти надписи все, пизда, у них все закрыто.